общий смысл всего этого, что в жизни человечества есть некий хаос, с которым надо попробовать разбираться. Наш технологичный мир делает подделки, которые чуть ли не лучше оригиналов. Это опасность, которая у нас еще впереди. Это, в частности, связано с нарастающей мощью всего, что связано с искусственным интеллектом. Не бойся сумы, не бойся тюрьмы, не бойся мора и взглада, а больше всего бойся того, кто скажет: «Я знаю, как надо». Эти слова Галича как раз как метафора передают те зоны, или, как вы сказали, те границы, где мы играем понимание и смысл.